Гибридная беззеркальная камера Panasonic Lumix DCG-H6 оснащена новым 25-мегапиксельным сенсором LiveMOS. По всем внешним признакам, включая форм-фактор, это беззеркальный фотоаппарат. Однако, в отличие от большинства фотокамер, видеозапись в Lumix GH6 реализована в качестве основного режима работы наравне с фотографией. В классической конструкции аппарата повторяются все детали, присущие беззеркальным фотокамерам. Электронный видоискатель с окулярной оптикой, полнофункциональный горячий башмак с синхроконтактом, прорезиненные вставки на магниевом корпусе и рукоять для надежного хвата. На этом сходство с фотоаппаратами заканчивается, поскольку разработчики устранили в камере все недостатки, присущие фотокамерам. В Lumix GH6 нет ограничений на длительность беспрерывной видеозаписи. Наличие штатного входа питания предполагает стационарное использование камеры в режиме постоянного стрима. Этому также способствует полнофункциональный видеовыход HDMI, который обеспечивает вывод 10-битного сигнала с разрешением 4K, цветовой субдискретизацией 422 и тайм-кодом. 3-дюймовый сенсорный экран благодаря оригинальной конструкции откидывается и поворачивается в любую сторону. Его можно использовать в том числе при автопортретной съемке. Такая конструкция позволяет поворачивать экран, даже когда к камере подключен HDMI или USB кабели. Это обеспечивает удобство работы при подключении внешнего монитора, рекордера и других устройств. Камера оснащена всеми необходимыми интерфейсами, включая микрофонный вход, выход на наушники и современный порт USB Type-C для зарядки аккумулятора или соединения с ПК. Сменная оптика с байонетом Micro Four Thirds позволяет использовать разные объективы, отвечающие конкретной задаче. Сменный аккумулятор дает достаточной энергии для беспрерывной съемки в разрешении 4K в течение 1,5 часов. Камера не допускает перегрева благодаря встроенной системе активного охлаждения. Воздух поступает в корпус через входные вентиляционные отверстия, расположенные под дисплеем, и выбрасывается наружу бесшумным вентилятором. Конструкции предусмотрен свободный забор охлаждающего воздуха даже при закрытом дисплее. Органы управления состоят из стандартных фотоаппаратных переключателей, колес, роликов и джойстика. Помимо них имеется несколько перепрограммируемых кнопок. Большинство параметров, включая экспозицию, можно изменять непосредственно во время съемки. Камера снабжена встроенным 5-осевым стабилизатором изображения, который усиливается электронной программной стабилизацией. Поддерживается работа с объективами, которые имеют свой оптический стабилизатор и отвечает спецификациям Dual IS2. Камера записывает видео в три формата. Старшим режимом считается Apple ProRes. Этот профессиональный отраслевой кодек обеспечивает высокое качество изображения при низком уровне сжатия и предназначен для постпродакшн с глубокой цветокоррекцией. Для записи такого видео требуется карта памяти Compact Flash Express Type B, поскольку величина потока данных, битрейт, в Apple ProRes достигает величины 1,6 гигабита в секунду. В камере доступна скоростная видеосъемка с разрешением Full HD и частотой до 240 кадров в секунду. Контрастный автофокус камеры лишен фотоаппаратных недостатков. Система автофокусировки, переведенная в непрерывный режим, работает быстро и точно. Она не допускает спонтанной перенастройки, которая приводит к изменению фокусного расстояния и, как следствие, к браку отснятого материала. Высокочувствительный сенсор формирует четкую картинку без шума при недостатке света вплоть до ISO 1600. Использовать большую чувствительность не имеет смысла. Встроенный Wi-Fi адаптер обеспечивает удаленное управление камерой. Для этого используется фирменное мобильное приложение Lumix Sync, с помощью которого можно изменять основные параметры непосредственно во время записи. Расстояние, на котором удерживается устойчивая связь между камерой и смартфоном, достигает 50 метров при условии прямой видимости и отсутствии преград.
Гибридная беззеркальная камера Panasonic Lumix DC-GH6 полностью лишена фотоаппаратных недостатков и является идеальным инструментом для видеосъемки. Хорошая автономность, возможность удаленного управления, полнофункциональный выход HDMI позволяют использовать камеру на студийных и выездных съемках, в помещении и на улице. Способность записывать видео в формате Apple ProRes будет высоко оценена в профессиональной среде.